Так. Итак, чуть выше подними камеру. Да, это у нас обзор Apple AirPod Xiaomi Piston 3. Слушать мы их будем на плеере iPod Nano 5 Gen. Итак, начнем распаковку. Упакованы у нас они очень качественно. Здесь материалов побольше для упаковки, чем в iPod'ах. Начинаем распаковку. Напомню, что наушники стоят примерно одинаковых денег. Но в данном случае Xiaomi 3 брались за $19, а AirPod брались за $16.5. Так у нас открывается кабель. Силиконовая обмотка, в отличие от вторых пистонов, теперь уже не пахнет ничем, к сожалению. Раньше это был запах шоколада. Идет в комплекте набором брошюр минимального размера, среднего и максимального для удобной посадки в уши. Металлическая сзади крышечка. Металлический пульт управления, что отличает от пластикового в AirPod'ах. Металлический разрезитель. Металлический наконечник и позолоченный штекер. Кевларовая оплетка. Теперь наушники Apple. Это белого цвета уши. Это вакуумки Xiaomi. Это вкладыши AirPod. Благодаря этому они играют громче. Распаковываем их. Оба наушники оригинальные 100%. Итак, здесь металлическая сеточка с двумя дырочками. Здесь тоже звучание, здесь для средних частот, здесь для низких. И здесь вот тоже дырочка, она предназначена для того, чтобы воздух циркулировал по наушнику и было лучше звучание. Это задумка Apple. Эти наушники были выпущены самым большим тиражом, который я только знаю в истории Apple. Вполне сносный вариант. Штекер здесь у нас уже не позолочен. Пульт управления, в отличие от Xiaomi Piston, имеет пластиковый корпус. Нажимается также приятно. Ну, даже я бы сказал приятнее за счет того, что здесь больше кнопки. Шнур у нас уже не из кевлара. Здесь обычный. Резина обычная. Но приятная на ощупь. Итак, приступим к тестированию. iPod. Вставляем. Берем песню. Даже ту же всем известную. Eminem. Переключаем. Прекрасно. Так, ну и в завершение могу сказать, что оба наушники прекрасные по качеству. AirPod играют громче, Xiaomi Piston тише. В Xiaomi Piston, благодаря тому, что они вакуумные, лучше шумоизоляция. Здесь же вас слышит весь автобус. Либо любые другие люди, окружающие вас. И если звуки слишком громкие снаружи, это мешает звучанию. Могу сказать, что я бы выбрал Apple AirPod. А выбор за вами. Так, спонсор нашего показа — Лемурчик и Котик. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. В дальнейшем будут дальше съемки различных видео.